Кажется, игроки, как и я, ощущают всю важность того, что будет происходить сегодня на поле. Завывание кубка, путь к кубку, огромная задача и огромное достижение. А самое интересное, мне кажется, что я даже знаю, что за команда выиграет этот кубок, но все карты сейчас раскрывать не буду. Это Лэмпард. Игрок бьет издали. Слишком простой мяч для этого вратаря. Голкипер сегодня, ну просто монстр. И реакция, и грамотное расположение в воротах, и хватка какая! Теперь Джерард. Уолкотт. Здесь нужен тонкий розыгрыш, и тогда атака может изменить счет. Мяч выйдет из опасной зоны. Пике. Очень оригинальный вектор атаки выбрал. Хави. Я думал, мяч уже окажется в сетке, но увы. Пошли, пошли удары по воротам. Сейчас разомнутся на таких ударах и будут голы. Абсолютно безупречно. Владеет длинным пасом этот защитник. Карик. Хороший пас. Из такого расстояния можно забить. По-моему, игрок вообще не целился, нанося этот удар. Такой несуразец даже в компьютерной игре не увидишь. Как так можно бить? Хави. Да, неудачная попытка. Руни. Мяч выбит. Месси. Месси! Мяч уходит за лицевую. Отворот. Джерард получает мяч. Фабригас. Хави. Молниеносный перехват. Джерард. Вообще, игрок успел больше постараться. Если бы у мяча были глаза, он бы сейчас все поле мог увидеть. Карик. В такой ситуации бывает трудно выбрать, кому отдать пас. Очень жестко перевидел со стороны, но арбитр, кажется, расценил как игровое нарушение и карточку не показывает. На пути мяча стал защитник. Защитник верно оценивает ситуацию. Хави. Вы смотрите, он защитников к тренировочным стойкам приравнял. Иньеста. Мяч возвращается на место, где произошло нарушение. Это офсайд. Отличная игра головой. Джонсон. Карик. Теперь Джерард. Хороший рывок, но опекун где-то рядом, где-то на плечах повис. Неплохо. Уолкотт. Вся команда в атаку пошла. Какая игра! Вот вспомнил, зачем ему голова, парень. Иньеста. Там есть кому побороться за верховой мяч. Ну же! Замечательный удар, опасный. Мне нравится. В
Руни. Чистый гол. Ну вот мы стали свидетелями прекрасного розыгрыша свободного удара. Такие стремительные комбинации наиболее опасны для ворот. Этот парень на тренировках подолгу шлифует свои штрафные удары. Тяжело в учении, легко в бою. Так говорится, вратарь этой команды на тренировках не бездельничает. Мяч взят превосходно. Хорошая школа. Иньеста. Хави. Да, эта нога у него только для ходьбы. Красиво сыграно, но результата от этих ударов пока нет. Пуяль. Хави. Игрок подхватывает мяч на фланге, будет ли навес. Он старается доставить мяч вперед как можно быстрее. Руни. Мяч уходит за пределы поля, удар от ворот. Голкипер посылает мяч в отдаленный сектор поля. Уолкотт. Защитник не рассчитал, подкат был выполнен недостаточно четко. Атака развивается поступательно, но важно быстро принимать решение. Мяч летит в штрафную. В первом тайме голов немного, счет 1-0. Все на поле, все готовы, проверены сетки ворот, а не начать ли нам футбол? Ну, пора бы уже и обострять, наверное. Ну что, защитнички, близок локоток, а не укусишь? Иньеста. Умный пас, умнющий. Нападение в ударе сегодня. Нужен один. Это гол! Фантастический гол. Вы только посчитайте количество пасов. Посчитали? А удар в конце комбинации. Отличная игра. И все-таки он забивает. Я уж думал, до утра станет бить. Карик. Уолкотт. У защиты проблема. Отличная игра в обороне. Голкипер далеко выбивает мяч в поле. Месси. Пас назад. Вратарь, напомню, не имеет права брать мяч в руки. Футболист бьет головой. Хороший удар. Хорошее продолжение. Команда идет к штрафной. Лэмпард. Правильно, не надо рисковать. Как он контролирует мяч. Организованная, дисциплинированная игра в обороне. Прекрасный дриблинг. Силы на удар.
Любой выдохся, но только не наш герой. Потрясающе. Игра сваливается в жесткую, грубую, порой даже жестокую борьбу. Да, еще немного, и атака была бы уже необратимой. Место. Ну, сойдет. Да, в этом эпизоде стоило действовать по собранию. Ну, расстроился, конечно. А с другой стороны, что тут переживать? Защитники были на чеку и помешали забить. Великолепно. Джонсон. Карик. Хорошо, рассудительно. Иньеста. Это риск, но он оправдан. Удар уходит в молоко. Я надеюсь, вы не собираетесь обвинять игрока в непрофессионализме. Посмотрите, сколько там было защитников. Он все-таки провел удар, и это уже достижение. У парня смещен весь мяч, его вся команда почти поддерживает. Вратарь накрывал этот мяч в любом случае. Уж слишком правильно он расположился в воротах. Великолепный удар головой. Таким случаем ворота виноват дающий. С мячом Лэмпард. Руни! Защитник оборвал очень опасную атаку. Место. Фабригас. Многообещающий удар. Конечно же, угловой — это еще одна возможность атаковать. Посмотрим, сможет ли вратарь теперь удержать свои ворота. Бьет по воротам. Удар звенит перекладина. Уолкотт. Ну что, народу много, можно массу комбинаций разыграть. Нужно сейчас подержать мяч. Хороший перевод мяча. Какой шанс? Ну, игрок забирает мяч. Думаю, это не последний гол за игру. Счет становится 3-1. Даю советы. Если вы хотите обмануть самого профессионального вратаря, бейте в нижний угол ворот. Взять такой мяч невозможно. Ну или практически невозможно. Как быстро все случилось. Защита была буквально смята в считанные секунды. Иньеста. В атаку пошла вся команда. Мяч выкатывается за линию поля. Будет угловой. Уолкотт. Какая красивая игра. Какой дриблинг. Джонсон. Вертикальный пас вперед. Какая возможность. Защита действует прекрасно. Все надо начинать сначала. Месси. Он знал. С одной стороны, футболисты не ушли в глухую оборону, но и осмысленную атаку никак не сподобится организовать. Фабригас. Карик. Хави. Пике. Серия хороших передач наверняка без риска ошибиться. Так это неприятно, когда ябедничают СУЗИ. Честно, четко выглядит. Голкипер без труда останавливает этот мяч. Хорошо сыграл вратарь, и во многом благодаря тому, какую удачную позицию он занял. А кто ее выбирал? Футболисты сыграют еще 3 минуты.
очень опасный обмен мяча. Арбитр вполне может показать карточку. Но он чуть не убил соперника. Пусть будет доволен тем, что не красная. Конечно, я не всегда согласен с судьей, но это не тот случай. Джонсон. Оборона контролирует мяч. Фабригас. Нужна точная подача. Навес. Уолкотт. Стивен Джерард с мячом. А на Украине говорят чудовый пас. Вот это класс. Да, у атакующего есть масса вариантов. Тренер весь матч внимательно наблюдал за ходом игры, вовремя вносил коррективы и теперь по праву может гордиться своими подопечными. Это победа! Такое несметное количество атак и ударов по воротам не могло не закончиться победой. Но как голкиперу устоять перед этим натиском, спрашиваю я. Ну что ж, Василий Уткин и Василий Соловьев прощаются с вами. До свидания.